Сегодня имя «Салонная косметика» известно каждому в индустрии красоты. Оно стало символом научного подхода и гарантии качества, а коллектив компании закалился строительством собственного производства, кризисным лихолетием и бременем лидера индустрии. А в далеком 1994 году компании выпала непростая роль стать отечественным первопроходцем. Помог непререкаемый авторитет первой в России косметологической лечебницы Московского института красоты. Благодаря своей 85-летней истории институт имел международное признание в сфере косметологии и пластической хирургии. В самом начале своего пути «Салонная косметика» взяла за основу бесценные разработки российской и советской косметологических школ, доведя их до современных технологических вершин. Спустя 22 года с момента рождения продукция компании рождается в 20 километрах от Московской кольцевой дороги на собственной фабрике с полным циклом производства. Промышленный комплекс НПО «МИГ» уникален и не имеет аналогов в России. Здесь каждый из 5000 квадратных метров имеет свой функционал по внедренной в компании системе менеджмента качества. Мы находимся на складе упаковки, которая предназначена для изготовления косметических средств. Чем интересен этот склад? Склад передвижной, то есть предусматривается, что стеллажи они двигаются по рельсам. Мы за счет этого сэкономили 80% объема площади. Здесь находится картонная тара, здесь находятся флаконы, здесь находятся тубы. Все, что предназначено для изготовления косметических средств. Здесь выпускается 11 собственных линий, среди которых профессиональные и домашние продукты ухода. Незабытый сильный пул. В ассортименте первая отечественная мужская линейка «Хистория Табака». Специфика профессиональной косметики заключается в том, что выпускается большой ассортимент, порядка 400 наименований, но небольшими партиями. Поэтому в этом цехе находится 10 машин самых разнообразных для фасовки разных косметических форм, косметических кремов, лосьонов, сывороток и твердофазной косметики в том числе. Мы находимся в цехе твердофазной косметики. Здесь разрабатываются и готовятся два варианта твердофазной косметики. Чистые пудры и пудры-маски, они становятся масками, когда добавляются соответствующие лосьоны. Сырьем для изготовления этих позиций твердофазной косметики являются прежде всего различные травы. Когда мы говорим о натуральной косметике, то вот как раз пример натуральной косметики. Это травы наши российские с аптечным контролем, предварительно, естественно, измельченные. Но биоматрицей для того, чтобы работали эти травы, являются альгинаты, французские альгинаты. Измельченная трава вместе с альгинатами подается в эту емкость. Затем в этой емкости происходит смешение трав и альгинатов. Затем подается в воронку, и вот здесь происходит под высоким давлением процессы, связанные и с измельчением микронизации и проникновением друг друга на молекулярном уровне. В этом боксе происходит последний этап изготовления пудр-масок, непосредственно смешение ингредиентов, их равномерное распределение и получение готового продукта. Каждый продукт проходит обязательное тестирование по показателям эффективности. В соответствии с международными требованиями к профессиональному производителю, компания имеет сертификаты добровольной системы сертификации, гарантируя своим клиентам не только безопасность, но и заявленный результат. Здесь твердо убеждены, что подбор косметического ухода должен быть персональным, учитывающим индивидуальные особенности типа кожи каждого клиента. Эффективность препаратов обусловлена научным подходом, учитывающим 56 типов кожи на основе ее функциональных показателей, а также оптимальным подбором ингредиентов в рецептурах. Уже больше года в компании реализовано контрактное производство. Сегодня мы способны мелкосерийными партиями производить продукцию Private Label. И у нас уже есть несколько успешно реализованных проектов. В собственном учебном центре под руководством опытных преподавателей регулярно проводится многоуровневое профессиональное обучение косметологов, тренеров, менеджеров, региональных партнеров. Квалификация специалистов подтверждается сертификатом, предоставляющим право работы с продукцией компании.
Помимо очной программы семинаров проводятся обучающие вебинары, которые пользуются большой популярностью у партнеров. По результатам обучения в школе Татьяны Маяцкой студенты становятся дипломированными специалистами индустрии красоты. Ежегодно весной и осенью компания принимает участие в выставке «Интершарм». Традиционно для гостей проводится презентация сезонных новинок, в зоне мастер-классов тренеры читают лекции. Посетители с удовольствием участвуют в мастер-классах и тестовых процедурах, получают консультации и приобретают продукцию марки «Премиум». В рамках весеннего «Интершарм-2016» компания представила более 30 новых средств по уходу за лицом и телом. Протестировать новинки и подобрать индивидуальный уход возможно в центральном офисе компании, который удобно расположен на живописной улице у Кутузовского проспекта. Наш отдел ориентирован на работу с частными клиентами. Для тех, кто хочет сохранить свою красоту и здоровье и приумножить, в офисе работают консультанты, высококвалифицированные косметологи и менеджеры, которые в соответствии с типом кожи, с вашими индивидуальными особенностями подберут полный уход для того, чтобы скорректировать ту или иную проблему кожи. Это можно сделать очно, посетив наш офис. И также есть онлайн-консультант, представленный на сайте. Здесь же работает служба приема заказов собственного интернет-магазина с уникальным доменом cosmetica.ru. Наша компания активно сотрудничает со сторонними интернет-магазинами, в которых представлена домашняя линия косметики премиум. В интернет-магазинах, с которыми мы уже работаем, установлено единое ценообразование и наблюдается активная динамика роста продаж, что повышает узнаваемость бренда. В то же время ведется работа по поиску новых клиентов по вопросам дальнейшего сотрудничества. Специалисты тысяч салонов красоты, медицинских центров и их клиенты по всей территории России с радостью выбирают продукцию компании для работы. Этому способствует эффективная работа с дистрибьюторами компаний и собственными представительствами. Неоценимую роль в продвижении наших брендов премиум и History Tobacco играют региональные партнеры. Благодаря нашему многолетнему плодотворному сотрудничеству компания «Салонная косметика» представлена более чем в 65 городах Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. В каждом дистрибьюторском офисе работает учебный центр, где подготовленные в Москве бренд-тренеры проводят занятия, мастер-класс. А профессиональные менеджеры с удовольствием приедут в ваш салон для оформления заказа и проведения консультаций.